Друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Крашенин. Я тренер Академии Голтиса по исцеляющему импульсу. Что хотелось бы сказать? Мы сейчас 2 недели провели в Индии, в прекрасном крае. Причем большинство из этих дней мы ходили по горам с тяжелыми рюкзаками на высоте 3-4 тысячи метров. У всех, кто занимается по системе исцеляющий импульс, прекрасное самочувствие. Никто не заболел, не было никаких отравлений. По телу, по ногам, по спине все прекрасно. Хотя ходили по сложной поверхности, по камням, по острым. Тренировались, делали 1 или 2 подхода в зависимости от самочувствия, потому что были тяжелые подъемы, по 20, по 30 км в день проходили. Вот. В принципе, мы считали, за 3 дня было 80 километров с перепадом высот почти 2 километра. Так вот, что хотелось бы отметить, что если вы хотите быть активными, не хотите болеть, не хотите быть обузой для своих близких, хотите получать радость от движения, от этого прекрасного мира, путешествовать, я просто настаиваю, чтобы вы занимались по исцеляющему импульсу, потому что это просто космическая система работы своим весом. Вот, результаты просто потрясающие, даже не хочется перечислять те какие-то свои там или рекорды друзей. Ты просто живешь, двигаешься, получаешь удовольствие от этого мира, несешь радость друзьям, близким. Поэтому, если вам интересно, приходите на семинары, будем рады вас видеть. И на семинары Голтиса, конечно же, и на семинары инструкторов Академии, потому что эти люди вам откроют дверь в мир здоровья и активного долголетия. Всем здоровья, благости и будьте счастливы. Мы на берегу Ганги в Ришикеше, на пляже. Почти все пляжи, где мы были, они тут здесь святые места. Вот. Поэтому вести себя здесь надо хорошо. К примеру, заниматься исцеляющим импульсом. Сейчас будем выполнять упражнение наклона головы вперед-назад. Помним, что новички у нас давят сопротивлением не больше, чем 20-30%. Пальчики выходим на тени, не в бугры, не в замок. Помним про правила максимальной амплитуды. Локти разводим вверх-вдох, вниз-выдох. Внизу фиксация, вверху фиксация. Выдох делаем с сопротивлением через плотно сжатые губы или зубы. Выглядит это вот так. Друзья, стола никакого нету, поэтому будем делать ход скорпиона на этом прекрасном камне из святой реки Ганги. Вот. Самое главное — стабилизировать пояснично-крестцовую зону, помним, что пяточку держим вместе. Вверх делаем выдох, вниз вдох. Друзья, ну вот уже полкомплекса мы сделали. Сейчас проработаем икроножные мышцы. Для этого можно использовать любую ступеньку. В данном случае это будет небольшой булыжник. Работаем на левую ногу, левое коленко прямое.
Сейчас будем делать блок грудь. Нужно лечь на землю. Сложить ручки под ключицами. Там, где у нас локти, там центр ладошек. Приподнимаем таз. Вверх-выдох, вниз-вдох. Отжимания с тремя остановками. Сейчас минутка перерыв. И будем делать полуторы. Потом еще минутка перерыв. И делаем простые сжимания по полным претузам. Минута не прошла, но мы уже начинаем. Остался последний подход. Простые сжимания. Прекрасно. Друзья, комплекс грудь, день грудь подходит к концу. Осталось прокачать пресс. Сегодня у нас верхние, нижние сегменты. Помню, что делаем два упражнения суперсетом, одно за другим. Не отдыхаем между суперсетами. Сначала прорабатываем верхнюю часть. Я буду делать быстро, с нажимом.